Я ни за кем не наблюдаю, пускай лопают, как хотят. Слышь, да. Сегодня контролировать нельзя никого. Сегодня у меня днюха. Значит, кто пьет, тот пьет. Кто не пьет, тот не пьет. Да. Правильно? Ну-ка, Андрюха, это прочитай-ка, вот что-то здесь такое. Вот. Да не целуй ты меня. Нет, не целуй ты меня. Там не бригада, это было. Ребят, это я, Андрюха. Передайте привет Зубовой Екатерине. Бачков... Да, Екатерине привет. Бачков Артем, 100 рублей. Привет, привет, Серый. Своди бригаду в барбершоп. Передай привет. Кому передать привет? Мартин, привет. Сколько лет исполнилось? 58. Бурлыга, раздевайся, да. Вот сейчас, сейчас этот Ёлы-палы почитает. Он постоянно у нас. Вот как-то. Отсюда вижу. Пойди сюда, Серег, садись. Не-не, мне отсюда видно. Оттуда... Серег, мы здесь не вдвоем еще находимся. Здесь нет, еще люди. За мной это видно вон. Бригаде, да, да, да. Все бригаде. Я здесь. Жек, ты, ребят. По-моему, не первый раз. Спасибо, я Жек, здесь. Спасибо. Спасибо. Ребят. Я здесь, ну, бля, у меня гости, я не могу с просто разорваться. Юрий Павлович, крепкого здоровья. С днем рождения, Юрий Павлович. Нине, скажи спасибо, Нина. Спасибо, спасибо большое, спасибо всей стране. Кто смотрит, кто подписчики, всем, всем, всем спасибо, огромное спасибо. Комнатную недобанную салон тебе умею, бонусу салом. Давай, давай. Комнатные... Там у меня гости. Ну, мы тебе все не... передадим. Комнатные, да. Недоебанные, салам тебе, Роме, бонусу салам. Спасибо. Юра, будь удачливым и сильным. Тихо, слушай. Позитивно, модно, стильно. Чтобы Галя не ругала, пить водясик разрешал. Галя, чтоб не ругал тебя. Пусть ругает. Блин, ладно, промолчим. Не надо эту информацию. Ты это в курсе, да? Нет, я. Не, для меня ее нет. Ну ладно, все. Потом, ладно, да. Ладно, потом без эфира поговорим. Это не моя проблема. Тата, невеста сатаны, блин, его. И стопочку хряпнуть, да. Блин, со всеми. Все хотят выпить. Нет, все хотят с тобой выпить, а он не умеет отказывать. А он гандон, отказывается. Ты кого гандоном назвал? Тебя. Да мне похуй, что у тебя день рождения. Гандон отказался. Охуенно! Я ему приложил стопку, он говорит, а я не пью. А я что делаю? А я красненькое пью, мне хватит. О, вот, видите? Нет, предал меня. Принеси блядь. Две стопки, за твой день рождения выпью. Водки? Да. Почему нет? Лёха, держи. Сколько дать тебе время, чтобы через минуту две стопки здесь были? Да, Ваню! Та-та! Давайте, ребят, с вами. Подожди. Тихо. Подержи экран. Экран подержи. Да не в экран, вон камера-то. Вон камера. А, нет, он с подписчиками. Давайте, да, с вами чокнемся. Будьте здоровы все. Спасибо вам всем, кто нас любит, уважает и смотрит. За ваше здоровье. И смотрите дальше. И он дальше. Пусть живет дольше. И да, смотрите дальше. Может быть, еще веселее. Станюк, убери на тот стол. Может, не понравится, кому-то что-то не понравится. Дядя Юра, ты уже немножко это... Да. Бля, ребят. Он устал от вот этой... Те, кто там на заднем плане, визят, кричат, крыльями машут, блин, его. Но у нас плов впереди, музыка. Тихо. Без рекламной паузы. Все, музыка будет. Это все впереди, ребят. Все впереди. Все у нас... Я... контролирую себя. Я сижу на попе ровно. Да и... ладно, ты на табуретке сидишь, блядь, его. Да я... А ты в позу лотоса можешь сесть? А ты сядешь? А, я? Да. На тебя, да. На меня? А я на тебя. Лотоса, да, я на тебя. А и ты на меня можешь сесть. Можно маленько вот так вот? Это да, орёт да. Вот там давай, где-то давай. Вот. Вон он. Вон. Это потерпевший называется. Кто орёт, тот потерпевший. Дебил, блядь. Диман, надо вот этот перец ему носить с собой. Вот. Дал ему, блядь, и пусть бы там бегал, визжал на задворках, блядь. Что такое-то? Я не знаю, он перепил, похоже. У всех
Кто такой-то? Нет, кто такой-то? Да и... Я вот первый раз вижу. Я тоже первый раз. Нет? Нет. Нет, он второй раз здесь, на этом, на Димкином день рождения он был. Ну, слушай, у всех крыша едет по-своему. Я должен быть на вашем же стриме, когда я уехал как раз... Привет. Привет. В Москву, потом в Тулу. Олег Липунов. Белгороду привет. Там моя родня. Андрюха без душа! Сереж, я отойду на секунду. Давай. Ну, у всех крыш по-разному едет, блядь. Дурочку ха-ха словил, блядь. Так. Блядь, еще раз, я тебя понял. Молчать здесь нам, можно? То медленно идет, а то не успеваешь даже. Я уж привет даже не читаю, хотя бы кому привет назад передать. Все равно, мальчишки, девчонки, наши подписчики, спасибо, что мы-то все равно стараемся. Да движуха пошла. Как-то сделать так, чтобы вам было приятно уйди, смотреть. Уйди, толстый Сань. Сейчас уйду, барсук. А ну, он не барсук. Явор, привет. Спасибо. Да там, как всегда, блин, его. То выпьют, то перепьют, то движуха начинается. Блин. Все здесь люди, все мужики. Кто знает норму, кто иногда забывает про нее. Он, дядя Юра, свой день рождения, как огурчик. А то групповуха да, будет. Юра молодец. Угомонил этого мудака орущего. Чё? Денчик, ну, он здесь хозяин. Я в своем доме так же говорю. Чё? Да вот ты угомонил кого-то, блядь. Тихо. Угомонят он здесь хозяин. Кого угодно угомонят. Успокойся. У нас спокойно. У нас тишина. А поутру у нас покой, и хлеб мягкий за щекой, молодец, и без попоя перепой, еды навалом. Не... Ром, подожди. Ром, дай сюда. А не надо привлекать гостей. Стопочку так принеси. Держать. На, так. Аноним, ну ты как всегда. Ну ладно, спасибо, хоть не против меня. Да, да. Постой, крутой, у вас 350 рублей. А я никогда, я против аноним, никогда спасибо. Не был. Да. Я всегда... Для дяди Юры, на его днюху... Я, как всегда, буду и буду своим. Аноним, сам... спасибо тебе, аноним. Всей бригаде аноним, привет. Десятку задонатил, да. Спасибо тебе огромный, брат. Рукой. Спасибо. Серый красавчик. Чату еще раз привет. Дядя Юрий. А он... Не всей бригаде, нет. Сегодня... Аноним, спасибо. Белый Палыч, ты спиздил бутылку. Я не спиздил, я убрал, чтобы эти не напороли. Не. Она это лежит у меня. Я сказал. Чтобы я украл? Это я сказал. Я ебал, короче, ребята. Я не спиздил, я убрал, чтобы вот эти, чтоб там, вон там валяются, вы не видите, все в камеру, там напоролись. Юрик, заткни этого кретина. Осети, я не знаю. Я не знаю. Вон он там по огороду кувыркается, весь грязный, я не знаю, кто его куда поведет. Дядя Юра с гнилкой, ёб дядя Юра с гнилкой. Ребят, что здесь происходит, это пиздец. Не-не, спасибо, спать. В смысле, блядь, дурак? Если человек сам себя так ведет, я тут здесь при чем? Ну так, бывает крыши едет. Так, чего? Привозишь. Не-не-не. Чего я сюда привожу? А кто знает, как человек себя ведет, когда напорится? Есть человек, вот, нате, держите. Сань! Он дебил. Ты что делаешь-то? Привет, дядь Юра, всех дел, карту мастер. Изнюхай, пацан, будь здоров, и чтоб пацаны не болели. Люблю всех вас, вы молодцы. Я не знаю, спроси его. Попков ТВ.
спасибо тебе. Ну тут камеру пока отводили, блин. Вам хватает таких параграфов? Нет, Юр хочет, он говорит, моей жопе тесно в этой хате, ну, в огороде. Дим, я твой самый глаз, ребят. У нас канал 18+. Тихо. Вот скажите вот. Я сейчас говорю. Ладно, хорошо, дядя Юра слово. Ребят, которые выручили мой телефон. Я... Мне ничего не говорят. Вернули. Да, вернули. Дядя вернули телефон. Достаточно дорогой. Да. Он дорогой. И дорогой дядя не в том нюхай, случае по деньгам. Он самый по телефону класс. Дорогой. Опять она не... Ты зачем любишь? Я... Дядя Юра, не хватит. Им отдай. Дай я... Отдайте! Блин. Подожди, не ори... Да. Сам анекдот что-то. Аноним, блин, его. Можно. Вот тут ор как раз спасибо, не успел прочитать. Извини, аноним, не успел спасибо. Я прочитать, в чем смысл. Не вымывай, блядь. Руки! Мыл!